приветствую всех. Хочу поделиться потрясающими ощущениями после игры психосоматика. С благодарностью Галине Турецкой, которую я проводила. Это была моя первая психологическая игра, трансформационная. Поэтому все было очень неожиданно, все очень по-новому, с новыми впечатлениями. Но самое потрясающее, что играла я на боль, да, психосоматика — это игра на решение какого-то телесного дискомфорта, на боль, которая была со мной в течение очень многих лет, почти 20 лет. Я подросткового возраста мучилась с болью в зубе, и к 24 годам зуб разрушился, его уже не было, а болеть все равно продолжала. Причем с завидной регулярностью, практически не проходило недели, чтобы я не мучилась с этой болью. Я не знаю, что там происходило во время игры, это просто какое-то, не знаю, настолько волшебно, настолько, не знаю, неосознанно, но эффективно. Я поняла чувства, которые я испытываю перед тем, как заболеть. Я поняла, какие действия я делаю. Но самое удивительное то, что игра помогла еще и полностью решить этот вопрос. Прямо у меня появился план действий, план шагов, которые я могу выполнять каждый день сама с собой, да? И избавиться от этого. Я играла в феврале. Сегодня у нас декабрь. В феврале, ну да, декабрь. Зубная боль после игры не посещала меня. Спасибо.